За обрушение целого пролета стены в Новонижинской общеобразовательной школе Кустанайской области оштрафовали руководителя Аулик-Кольского отдела образования. Тосбола Кусейнова признали виновным в нарушении требований утвержденных строительных норм. Напомню, инцидент произошел в сентябре. В это время учеников и педагогов в здании не было. Жертвы пострадавших удалось избежать. В учебном заведении проводился капитальный ремонт, которого школа не видела более полувека. Подрядчик ПКФА «Гренада» предупреждал о возможной угрозе обрушения, но местная Акимат на это не отреагировал. Суд изучил результаты проверки, которые подтвердили доводы подрядчика. Согласно нормам, заказчик должен был приостановить строительные работы. Постановлением суда руководитель отдела образования Аулик-Кольского района признан виновным по статье 313 части 1 Кодекса об административном правонарушении с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 147 тысяч тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.